нам присоединяется Игорь Рейтерович, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. У США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. Вот такое заявление сделал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он также подчеркнул, США не в состоянии дать Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи вот в свете позиции Конгресса. Президент США Джо Байден назвал провал процедурного голосования в Сенате о помощи Украине политическим шантажом. И я процитирую, это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительные. Ну, вот такая на сегодня ситуация. Как могут дальше развиваться события? Смогут ли законодатели договориться? Ну, у них есть на это время, у них есть на это все возможности. Надо понимать, что речь шла исключительно о процедурном голосовании, то есть это голосование о вынесении проекта на рассмотрение. Это не голосование за непосредственно сам законопроект, поэтому ничего экстраординарного здесь не произошло. Это достаточно распространенная процедура в американском парламенте. То есть они сначала, ну, предварительно обсуждают шансы на прохождение того или иного законопроекта, а потом уже непосредственно принимают решение, есть ли смысл его рассматривать в сессионном зале. Поэтому, поскольку не было пока консенсуса в Сенате касательно того, чтобы этот законопроект рассмотреть, его решили снять с обсуждения. При этом сегодня утром была информация, уже по сути официальная, то есть она несколько дней циркулирует, и сейчас она более такая стала детализированная, что администрация Байдена на самом деле готова к широкому компромиссу с республиканцами. Они готовы выполнить часть тех требований, которые они выдвигают. Что характерно, эти требования не имеют никакого отношения к Украине. То есть надо понимать, в данном случае помощь Украине, как помощь Израилю и помощь Тайваню, оказалась просто в заложниках от позиции республиканцев, которые хотят решить свои некоторые электоральные внутриполитические вопросы, добиться ужесточения миграционного законодательства и таким образом сыграть на поле своих сторонников. Поэтому администрация Байдена готова эти вещи обсуждать. Демократы, в принципе, открыты к дискуссии. Все прекрасно понимают, что одна сторона не сможет продвинуть исключительно свою позицию, свое мнение. Надо будет искать какой-то компромисс. Главное, чтобы они достаточно оперативно сработали и до 15 декабря успели, в принципе, эти вопросы рассмотреть, вынести на голосование и проголосовать. Потому что если это не произойдет до Рождества, придется тогда начинать в начале января. При этом помощь Украине, она в любом случае будет выделена. Вопрос сейчас просто исключительно во времени. Но время, конечно, для нас это важный ресурс. Почему? Потому что нам придется в какой-то мере в январе, например, перекрывать то, что мы получали из Соединенных Штатов с помощью каких-то других ресурсов, каких-то других программ. Те деньги, о которых говорили представители Белого дома, это деньги, которые на 2023 год были выделены. Ну, понятно, что если сейчас у нас 8 декабря, они подходят к концу. И Белый дом просто хочет иметь понимание на следующий год, чтобы увеличить те пакеты, которые будут выделяться Украине. Поэтому наблюдаем. Украина со своей стороны сделала все возможное. У нас был достаточно представительный десант, который встречался и со спикером Конгресса, и общался с республиканцами и демократами, и, в принципе, объяснял, рассказывал, говорил, в чем дело, как надо помочь Украине. Поэтому будем надеяться, что ситуация разрешится. Но я еще раз подчеркиваю, эта ситуация никоим образом прямо не связана с нашей страной. Это внутриполитические моменты, в определенной мере парламентский кризис, который есть на сегодняшний день в Соединенных Штатах, и который начался, кстати, несколько месяцев назад. Поэтому пока там все успокоится и, как говорят в народе, устаканится, на это должно уйти какое-то определенное время. А обострены эти моменты, потому что скоро выборы, и это тоже понятно, почему так остро стоит эта ситуация. Но перед тем, как Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине, было выступление Джо Байдена. И он сказал, что победа России над Украиной приведет к тому, что Москва сможет напасть на союзников по НАТО. И вот что интересно, на этой неделе было еще одно важное заявление. Это глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сівера считает, что у стран НАТО на восточном фланге есть всего 3 года. 3 года для подготовки к нападению России. 3 года – это то время, когда на восточном фланге должен быть создан потенциал для сдерживания агрессии, заявил Сівера. Как вы оцениваете эти заявления? Немцы тоже что-то подобное говорили, но они говорили не про 3 года, а про 9 лет. Поляки настаивают на том, что 3 года и все.
Ну, это при одном условии, при условии, что Россия закончит войну в Украине, выиграет ее, как она хочет, ну, конечно, этого никогда не будет. И при этом начнет подготовку тогда к агрессии уже ну, в сторону непосредственно Европейского Союза, либо НАТО, в данном случае восточного фланга НАТО. Ну, это достаточно трезвые оценки, потому что мы видим, что Российская Федерация может себе позволить принимать колоссальный просто военный бюджет, направлять практически 40% всего исключительно на войну. Они называют это на оборону, но речь же идет не про оборону, речь идет фактически о войне. То есть им не от кого обороняться, потому что на них никто не нападает. И понятно, что если они достигнут какого-то определенного успеха в Украине, они это используют для раздувания вот этой внутренней пропаганды и перехода к следующей стадии угроз непосредственно альянсу. То есть у Путина всегда будет вот это, знаете, подспудное желание взять альянс на слабо. Он бы это, в принципе, сделал уже и раньше, и он планировал это сделать. Но у него все не так пошло в Украине, и поэтому ситуация ну, теперь развивается совсем по другому направлению. Если бы у него вышло, например, захватить Украину, поверьте, сейчас бы мы, наверное, уже какие-то сводки получали от какой-то ситуации, которая происходит там, в странах Балтии, возможно, там на границах с Польшей. Но явно какие-то бы активные провокации они бы там были. Поэтому в этом контексте НАТО надо думать о двух вещах. С одной стороны, действительно укреплять свой восточный фланг. Это, ну, безусловно, это очень правильное решение. Но с другой стороны, лучшим укреплением восточного фланга является принятие Украины в альянс и интеграция вооруженных сил Украины непосредственно в вооруженные силы альянса. Тут надо понимать, что у НАТО нет какой-то отдельной армии, то есть они не создают какие-то комбинированные силы. Армии НАТО — это армии стран, которые входят в альянс. И на восточном фланге, если посмотреть по состоянию на сегодня, самая сильная, самая профессиональная, самая мотивированная армия — это украинская армия, это наши вооруженные силы. Ну, отказаться... Смотрите, от такого ресурса для своей защиты, для защиты Украины, ну, извините, что такое слово употребляю, но это нормальный военный термин в данном случае, это будет очень-очень политически прежде всего неправильно. Поэтому, кстати, поляки, страны Балтии, там, Румыния, другие страны Центрально-Восточной Европы, они это прекрасно понимают. Потому что они понимают, что если, не дай бог, начнется какая-то война с Российской Федерацией, они же будут первыми, на кого обрушится удар. То есть этот удар обрушится не на Париж и даже не на Берлин, и тем более не на Лондон, если эта война будет конвенционными методами. Про Вашингтон я вообще молчу, да, это другая как бы история. Удар будет по ним. И война с Россией, когда нет Украины, это совсем не то, что война с Россией, когда Украина на твоей стороне. Поэтому они понимают, поддерживают Украину и ну, постоянно говорят о том, что надо, тем не менее, не забывать о укреплении общей безопасности, потому что это в том числе будет отвлекать сейчас внимание Российской Федерации от того, что она делает в Украине. Им придется тратить хотя бы какую-то часть своих ресурсов на формирование каких-то сил сдерживания, ну гипотетических, на границах со странами Альянса. Путин пару часов назад объявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом президент России сказал во время мероприятия в честь Дня Героев Отечества. Ну вот Совет Федерации назначил выборы президента на 15, 16, 17 марта 2024 года. И знаете, что интересно? ЦИК показал логотип этих выборов. Я попрошу режиссеров показать это фото. И там на фото такая вот буква «Ви», да, и что? То есть они проводят выборы под знаком войны или что она может символизировать? Или пятый срок Путина? Вот, вот это фото, да. Да, да. Ну, смотрите, здесь, я думаю, сразу несколько посылов. Понятно, что в первую очередь это ассоциация с той символикой, которую они используют в войне против Украины. Это однозначно. С другой стороны, наверное, это в их понимании Владимир, и, наверное, это в их понимании Виктори. То есть они как бы пытаются совместить все. Они бы туда впихнули и Z-ку, но ее просто некуда поставить, и она бы странно там выглядела. Поэтому решили, ну и галочка, да, в бюллетене. Поэтому решили вот пойти таким образом, раскрасить ее там в цвета российского флага и огласить о том, что в принципе Путин, давайте так, 15-17 марта на самом деле будут не выборы президента России, будут выборы Путина. То есть это надо четко понимать, потому что все уже посчитано, все уже подготовлено, и в принципе им надо только легитимизировать это непосредственно в тот день, когда ну, произойдет эта процедура выборов. Это абсолютно ожидаемое решение, ну о том, что он там выдвигается и так далее.
Он, кстати, достаточно рано про это сказал. Они очень долго думали, когда про это огласить. Теперь самое интересное. Да, думали, что во время вот этой вот линии будет прямой. Пресс-конференция. Ну, тут смотрите, тут есть такой нюанс. Я так думаю, что им же, ну, Путину сообщают. Он, конечно, оторван от реальности, но какие-то там вещи он где-то, ну, более-менее знает, понимает, что происходит. Ему, видимо, сообщили, что у него не будет никакого на 14-15, там, 14 он, по-моему, хотел делать эту пресс-конференцию, у него не будет никакого повода рассказывать о каких-то величайших победах русского оружия. И поэтому, ну, знаете, это было бы логично. Вот у нас, типа, супер все на фронте, и я выдвигаюсь в президенты. Видимо, ему сказали, что через там, 6 дней ничего не поменяется, и, в принципе, рассказывать о каких-то успехах нет смысла. Он, конечно, заведет свою стабильную шарманку про то, что наступление Украины полностью провалилось, но вы обратите внимание, человек реально, который возглавляет Россию, у которой 40% бюджет обороны, вторая была армия в мире по количеству, по вооружению и так далее, полгода рассказывает, как его армия героически отражает наступление. То есть она сидит в глухой обороне. Она не наступает, она не захватывает территорию, о чем он мечтал. Она вот закрепилась где-то, закопала землю, умирает по 1000 в день. Ну, то есть статистика за последние там, недели, она просто колоссальна. Причем это подтверждают российские паблики, они уже не скрывают просто количество. 990 потерь. Сегодня, да, вот только за один. Да, 990, было больше 1000. То есть это просто, ну, слушайте, это потери, которые сопоставимы с потерями, которые были там, некоторые дни Второй мировой войны, когда были огромные битвы там, на огромных там, фронтах. И в этом контексте ему нечем просто похвастаться, поэтому он, скорее всего, решил сделать как бы заранее, привязать там к какому-то их очередному псевдопразднику. А 14 числа будет рассказывать там про врагов, про то, что отечество в опасности, надо сплотиться. И еще очень важный момент, и с экономикой все хорошо. То есть у него с экономикой все прекрасно, про это не могут, правда, сказать россияне ничего, особенно на фоне там, строк в бюджете, где на медицину вообще там, все деньги порезаны, забраны и так далее, зато много денег заложили на пропаганду. Вот очень важный момент. Будут не лекарствами кормить, а будут кормить пропагандой. Это еще 24-й наступит, где рекордный оборонный бюджет, да, и где все социальные программы будут урезаны. Ну, разумеется. Это же дело и в том, что как раз они хотят похвастаться бюджетом, но похвастаться не получится. Там катастрофическая ситуация с точки зрения социальной сферы. Путин вчера вечером в Москве встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Переговоры продолжались около 5 часов. Вот основной темой официально был заявлен палестинский вопрос и прекращение вооруженного конфликта в секторе Газа. И вот по сообщениям российских СМИ, Путин сообщил, что товарооборот между странами за этот год составил почти 5 миллиардов долларов, да? И он вырос на 20%. И вот вопрос, за счет чего он вырос, да? Это все товары военного назначения? И о чем эти двое еще могли говорить? Ну, там не только товары военного назначения, там есть какая-то часть и такой цивильной, скажем, продукции, поскольку у Ирана есть, ну, определенная заинтересованность в покупке там элементарных каких-то вещей, поскольку страна очень много лет живет под санкциями. Поэтому я не исключаю, что они могут какими-то такими вещами, ну, в принципе, заниматься обменом там тех или иных товаров, торговать. Кроме того, какой-то там каким-то сырьем, хотя у Ирана у самого много нефти, ну, у них есть потребности, например, там, в другом каком-то сырье, которое может предоставить Российская Федерация. Но на самом деле вот эти все, знаете, победные реакции о том, что у нас там вырос товарооборот и так далее и тому подобное, ну, это же не отменяет главной сути. Он-то приезжал не для этого. Он приезжал на самом деле говорить именно о военно-техническом сотрудничестве. Потому что основная вещь, в котором заинтересована Российская Федерация на сегодняшний день, это беспилотники и ракеты, которые делает Иран. Пока они баллистику не передавали, но я боюсь, что рано или поздно это произойдет, поскольку у России есть объективная потребность в этом, они не успевают своими, скажем так, мощностями вытягивать вот это, ну, производство необходимого количества именно такой продукции, поэтому они будут, скорее всего, обращаться к Ирану и просить сделать поставки этих ракет. В свою очередь, Иран, он достаточно сильно заинтересован в различных технологиях, которые есть в России, и вот смотрите, тут интересный был момент, недавно подписали
соглашение, по которому Россия поставит Ирану самолеты, там, вертолеты и так далее. И это уникальная ситуация в том плане, что у России дефицит этого, но они не могут отказать Ирану, потому что они понимают, что они сейчас от Ирана зависят больше, чем Иран зависит от Российской Федерации. Ну и я не исключаю, что они, конечно, обсуждали разные вещи, связанные с тем, где бы еще запалить какой-то пожар, какого-то конфликта, в данном случае на Ближнем Востоке. Для России вот эта ситуация стратегической нестабильности, которая там разбросана по всему миру, это очень выгодная история. Они считают, что таким образом отвлекается внимание западных демократий от российско-украинской войны, и они, соответственно, могут, прикрываясь этой историей, ну, заниматься тем, чем они занимаются. И вот это самая главная статья обсуждений. Вот эти 20%, на которые у них вырос товарооборот, это очень много закрытой абсолютной информации, которая, ну, не является какой-то, знаете, какой-то там открытой. Почему? Потому что это товары какого-то военного или двойного назначения. И это на сегодняшний день ключевая статья экспорта и импорта. Ну, с этим, кстати, надо бороться. И как вводить дополнительные санкции против Ирана, так и, безусловно, вводить дополнительные санкции против Российской Федерации. Еще одна непростая тема – это санкции против России. Bloomberg пишет, что вот месячные доходы России от нефти в этом году больше, чем до полномасштабного вторжения. Это говорит о неэффективности фактически, да, санкционной политики стран Запада. Потолок для цен на российскую нефть, ну, побудил рост так называемого теневого флота, который стал действительно альтернативой для покупки российской нефти в обход санкций. Bloomberg добавляет, что обход санкций не проходит незаметно. Сейчас Министерство финансов США имеет цель повысить расходы России на транспортировку нефти. Что вы думаете о продолжающемся заработке России в обход всех этих санкций и что с этим делать? Ну, смотрите, это вопрос даже не столько к Российской Федерации. Понятно, что они будут искать лазейки и пытаться эти санкции обходить. Это вопрос прежде всего к тем странам, которые позволяют России это делать. И, к огромному сожалению, среди этих стран есть страны демократические. Ну, например, Индия. Индия на сегодняшний день является наибольшей демократией в мире. Как с точки зрения населения, прежде всего, это действительно демократическая страна. У них развитая достаточно демократическая система, местное самоуправление, парламентом и так далее. Но при этом они воспользовались ситуацией, в которой оказалась Российская Федерация, и покупают у России много нефти. И несмотря на то, что там огромные скидки, и часто вообще они платят не так, как хотела бы Россия, тем не менее, просто за счет этих масштабов Россия на этом зарабатывает. И, ну, если с Индией ситуация здесь несколько сложнее, потому что сложно как-то заставить такую страну принять соответствующее решение, которое, ну, будет, значит, ограничивать, да, возможность торговать этой нефтью. Но вот с другими странами, которые используют третьи какие-то компании, которые там под флагами, знаете, различных островных государств, там Белиза, Виргинских островов и так далее, там возят эту нефть, вот здесь как бы можно работать и нужно работать. И, кстати, Европейский Союз в этом плане, он, скорее всего, уже к 13-му пакету санкций подготовит свои предложения, и они собираются существенно повлиять именно на вот эти третьи стороны. США пока ищут возможности это сделать, но, мне кажется, здесь нет смысла придумывать велосипед, стоит просто присоединиться к инициативам ЕС, и, в принципе, это существенно ограничит для России возможность торговать. При этом те же Штаты используют санкции, например, против стран, которые нарушают вот этот потолок нефти. Путин недавно тут летал в Объединенные Арабские Эмираты. Эмираты, кстати, та страна, против компании которой Соединенные Штаты вводили такие санкции, и они намек поняли. Когда это произошло, они как бы сократили эту торговлю и, в принципе, с Россией такие отношения больше не поддерживают. Вот надо побольше таких прецедентов, и тогда у них доходы расти от продажи нефти не будут. Путин похвастался, что Россия перестала быть страной бензоколонкой и превратилась в крупнейшую экономику Европы. Об этом он рассказал на форуме ВТБ «Россия зовет». И вот по его словам, я цитирую, за первые 10 месяцев 2023 года ВВП России увеличилось на 3,2%, а по итогам года может вырасти на 3,5%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада, подчеркнул Путин. Скажите, вот откуда такие цифры и такой оптимизм, или это вот такая репетиция вот этой прямой линии, к которой он готовится, и где будет всем уже россиянам об этом рассказывать? Смотрите, а как мы можем вообще оценить уровень ВВП в авторитарной стране?
где информация закрыта, где публикуется все под жестким контролем неких там структур, там того же Центрального банка и так далее, где нет независимых экспертов, экономистов там, и возможности вообще проверить, насколько статистические данные, которые подает Российская Федерация, соответствуют действительности. Поэтому это все бабушкины сказки. Путин очень любит такие рассказывать. И в данном случае он просто готовится действительно к этой речи, где будет говорить, что у нас ВВП 3,5%. Но знаете, если бы у них была независимая журналистика в России, и там журналисты бы задавали какие-то ему вопросы, то кто-то бы ему задал очень простой вопрос. А вы объясните, вот там 3,5% ВВП, это прекрасно, а вы объясните, это как отображается на слое масла, которое попадает на хлеб к россиянам. Вот это там толще становится этот слой, тоньше там и так далее. И тут Путин, я думаю, ничего не сможет сказать, потому что покупательная способность россиян существенно упала. Это видно. Они пытались переориентироваться каким-то образом там, на китайские, на другие товары, но у них реально не хватает денег для того, чтобы покупать так, как они покупали раньше. Касательно заявления о том, что Россия больше не страна бензоколонка, это признание, ну, явка с повинной. То есть он даже в таким образом фактически признает, что получается до 2022 года при его великом правлении, 20-летнем, эта страна была страной бензоколонкой. То есть покойный секретарь, сенатор Маккейн, он был прав, да, когда он сказал, что Россия — это страна, это бензоколонка, которая прикидается страной, ну, маскируется под страну. Получается, что Путин это фактически признал. Где он нашел сейчас, что она избавилась от этой роли, мне очень сложно сказать, потому что они как продавали сырую нефть, так и продолжают ее продавать. То есть они не продают, там, знаете, переработанную нефть в бензин или в какие-то другие виды топлива, высокооктановые, которые дорого стоят. Они ее продают, причем продают с огромными скидками, огромным дисконтом. Той же Индии, по которой мы вспоминали. А индусы настолько, ну, с одной стороны, презрительно относятся, что платят как бы своей валютой, с которой теперь россияне не знают, что делать. Которая, да, лежит в банках и не знают. Там миллиарды. Что они, по сути, заплатили рупиями. И я уже, по-моему, вспоминал у вас в эфире, это же известная история. Сейчас там в профильных министерствах, которые отвечали за эту сделку, до сих пор ищут виноватых. То есть кого-то надо назначить виновным за то, что произошло. Потому что это, по сути, ну, вредительство в огромных масштабах. Это деньги, которые ни на что не могут пойти. А найти не могут, потому что эта сделка была политическая. Она была санкционирована сверху в политическом плане. Что продавайте, неважно за что, нам главное показать, что мы можем продавать. Поэтому в этом контексте все вот эти ВВП 3%, 3,5%, 3,4% — это ни о чем. Тут достаточно проехать по глубинке. Очень редко, но такие обзоры возникают в российском даже сегменте интернета. Даже не сильно по глубинке, а в достаточно больших городах, областных центров, и пообщаться с людьми, чтобы они там рассказали, как они себя чувствуют, как они живут и так далее. Например, вот лучшей характеристикой России в этом плане есть просто катастрофически увеличивающееся количество микрозаймов. То есть жители страны берут займы небольшие, но они на очень бытовые вещи. Например, там, собрать ребенка в школу. То есть я не шучу, это одна из самых основных статей дохода вот всяких там компаний, которые дают эти микрозаймы. Огромное количество россиян берут займ для того, чтобы купить ребенку там что-то, что ему нужно для школы, и 1 сентября туда его отправить. И по другим вопросам точно такая же ситуация происходит. Поэтому где он увидел 3,5%? Ну, видимо, у его олигархов да, потому что же надо им как-то зарабатывать и отбивать то, что они потеряли на Западе. Но в реальности это, конечно, нет. И буквально еще один вопрос хотели с вами обсудить. Премьер Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с испанским коллегой Педро Санчесом. Эта страна сейчас председатель в Совете Европейского Союза. И вот Орбан в очередной раз заявил, что лидеры Евросоюза должны воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС в декабре на заседании Евросовета. Но в то же время вот президент Франции Макрон вчера заявил, что он полон оптимизма и что Орбана получится переубедить и изменить его позицию по поддержке Украины до этого саммита. Как вы полагаете, получится ли и как они именно будут его переубеждать? Ну, судя по сегодняшнему заявлению Орбана, который сказал, что встреча с Макроном была прекрасна, но он не изменил своего отношения к Украине, переубедить не сильно получилось. Я только увидела, этот заголовок. Но смотрите, тут на самом деле это история, на которую даже не стоит обращать внимание по одной простой причине. Орбан сейчас купается в его понимании в лучах славы. Все внимание на него.
Все его переубеждают, уговаривают. Да, да. Все его переубеждают, все с ним общаются, он занимает такую непримиримую позицию, рассказывает абсолютный бред о Украине, самой коррумпированной страной в мире, да, то есть это вообще выглядит просто, ну, я не знаю даже, как это описать цензурными словами, на фоне многочисленных скандалов, которые сотрясают ту же Венгрию, коррупционных, да. Я, кстати, недавно ознакомился с одним научным исследованием, двух венгерских докторов наук, да, и там они проанализировали все постсоветские режимы, и вы очень, наверное, удивитесь, но наиболее коррумпированным и наиболее авторитарным там признан как раз венгерский. То есть далеко не Украина, далеко не в таком формате там Российская Федерация, например. Он откровенно там называется авторитарным режимом, да, хотя бы с какими-то элементами демократии. Поэтому Орбан сейчас привлекает к себе внимание, шантажирует, пытается выбить вот эти 10 миллиардов, которые зависли для Венгрии, если он не поменяет свою позицию и таки устроит какой-то демарш, ну вот на встрече лидеров Европейского Союза, ну тогда я боюсь, что Европейскому Союзу придется решать этот вопрос по-другому, потому что это уже не проблема Украины. Мы сделали от себя все необходимое. Сегодня Верховная Рада, кстати, голосует с утра, не останавливаясь, принимает финальные там законы, которые нам надо еще было принять, и бросить какой-то камень в нашу сторону и сказать, что мы что-то не выполнили, это вряд ли у кого-то получится. Поэтому это уже Европейскому Союзу надо будет решать, что делать с такими странами, которые саботируют общеевропейскую политику и плевать хотели на европейские ценности. И, кстати, у ЕС есть механизмы для того, чтобы обойти вот это вето Орбана, грубо говоря, и начать такие переговоры с Украиной. Посмотрим, как это будет. Они пока хотят договориться, но в любом случае у них есть запасные варианты, и эти варианты не сильно Орбану понравятся. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии и пояснения. Всегда рады видеть в эфире Freedom. И зрителям напомню, Игорь Рейтерович, политолог, был в нашем эфире. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.